И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, любимые подписчики, уважаемые спонсоры. Вы на канале «Турецкие байки». Я нашла прекрасное место для съемок. Сегодня у нас 15 января, Кушадасы, как вы видите. Давайте немножко покажу. Прекрасный город. У нас даже солнышко, но вообще-то сейчас самое холодное время года. Как вы видите, я в демисезонке куртки, но вчера еще я была в шапке. Сегодня можно уже без шапки. Так вот, хочу я вам рассказать интересную тему, что не стоит делать туристам в Турции зимой. Я уже записывала видео на тему, что в принципе не стоит делать туристам в Турции. Я на него ссылочку вот здесь вот оставляю в верхнем углу. Зимой, в общем-то, все остается то же самое. Но конкретно для зимы я хочу добавить некоторые пункты. Некоторые люди скажут, зимой в Турции вообще ничего не стоит делать, и будут неправы. Зимой в Турции можно прекрасно отдохнуть, особенно если вы живете в северных широтах. Сюда, например, в Кушадасы с удовольствием приезжают финны, немцы, англичане, насладиться турецким солнышком. Зимой в Турции тоже есть на что посмотреть, и даже можно покупаться, например, в крытых бассейнах. Но первый пункт. Не стоит думать, что в Турции зимой нет холода. Турция, конечно же, не Арабские Эмираты и не Мальдивы. Здесь тоже бывает холодно и здесь бывает снег. Даже в Стамбуле бывает снег. Вы можете в интернете легко погуглить картинки, где Стамбул, Айя София, все покрыто снегом. У нас здесь Кушадасы, но снега я не видела, честно скажу. Но, в общем-то, если погуглить погоду за прошлые там года, столетия, бывает снег. На горах максимум выпадает вон там, и все. В ноябре еще здесь достаточно холодно, и мы все ходим в кофточках и курточках легеньких, а вот немцы и финны, когда приезжают, их сразу видно. Они иногда ходят здесь в шортах, то есть туристов сразу видно. Я вам это делать не советую. Почему? Потому что здесь идет промозглый такой холодный северный ветер с моря. Летом он теплый, а зимой... Ну, не знаю, может быть, я отуречилась. Зимой все-таки нужно одеваться. Ночи в Турции зимой очень холодные, большие перепады температуры. Если еще в ноябре-декабре спускается температура там до 10, до 5 максимум градусов, ну, в плюс, естественно, то уже конец декабря, январь, начало февраля уходит иногда в минус 1, даже в Анталии. Если вы едете на какие-либо достопримечательности выше в горы, то там холодно, там действительно лежит снег. Поэтому, сразу говорю, чего не стоит делать туристам зимой, прежде всего, это надеяться на отличную летнюю погоду. Надо брать куртки, шапки, шарфы, перчатки непременно, потому что многие экскурсии начинаются рано утром. И когда вы выезжаете, вполне себе минусовая температура, около 0, минус 1 бывает, ну, в зависимости от месяца, когда вы поедете. Это непременно нужно делать. Еще периодически, примерно в районе января, здесь бывают ливни. Да, если нет снега, то идут ливни. Непременно нужны зонтики, непромокаемая одежда, может быть, запасная какая-то одежда. В районе новогодних праздников в Стамбуле бывают сильные проливные дожди. И еще что связано туда же с погодой, иногда ливни бывают настолько сильные в Турции, ну, годами, год на год не приходится, что выпавший уровень осадков не может воспринять стамбульская, например, канализация, и все затапливает. Сколько раз уже Гранд-Базар плавал, то есть все вот эти вот низкие улицы для туристов. Тоже учитывайте это, потому что вы можете попасть в такую погоду. Второй пункт. Что туристам точно не стоит делать? Не стоит думать, что летом и зимой сервис везде одинаковый. Да, в больших пятизвездочных отелях бывает, что и зимой, и летом все одинаково открыто и так далее. Вы думаете, вот зимой я возьму подешевле путевку, меньше туристов, и все-все для вас будет работать. Нет. Очень часто, что маленькие отели вообще закрывают половину сервиса. Кафешки некоторые не открыты, бары не работают. Днем с огнем не слышишь аниматоров, особенно для детей. Очень часто туристы жалуются на то, что сокращается меню на шведском столе, потому что мало туристов и незачем делать большое разнообразие блюд. Голодными вы точно не останетесь, но прям такого огромного разнообразия точно не будет. Зимой заселенность отелей бывает 30-50%, ну, смотря от отеля. Если хорошая репутация, конечно, туда все едут и так далее. И иногда молодым и интересным здесь в Турции зимой бывает скучно.
Если более зрелые люди всегда найдут чем себя занять, там экскурсии и так далее, то молодым, которым нужно караоке, дискотека, не всегда находят это. Третье, что не стоит ждать туристам в Турции, это супер-пупер новогодние атмосферы. Очень часто программы, все новогодние, существуют исключительно в отелях, украшения и так далее, а сам город, например, не украшен, только те витрины, которые рассчитаны на международных туристов. Да, они непременно поставят елочки к Рождеству, к Новому году. Что еще? Мишуру повесят. Но самое интересное, что вот живешь здесь в Турции и видишь, что некоторые моллы, торговые центры, эту всю мишуру не убирают до июня иногда. Вот эти вот огромные шары новогодние висят. А что, красиво, пусть висят. Поэтому, если вы ждете супер какого-то празднования Нового года, то праздник нужно устроить самим, хотя бы провести сюда бутылочку советского шампанского. Здесь нормального шампанского нет или оно очень дорогое. Похожее на шампанское брют оказалось здесь кислым, поэтому если хотите праздника, сделайте его сами. Но тут все-таки пятый пункт. Не стоит безвылазно сидеть в отеле. Я читала одного блогера, который рассказывал об одном дорогущем отеле в Стамбуле, и самое главное, что он сделал вывод – даже не нужно выходить из отеля, все внутри, бассейн, там, манзара, балкон с видом на достопримечательности. Я даже типа не выходил. Но это вообще полный отстой, знаете, ехать в Стамбул, в столицу мира, так скажем, ну, условную, и не походить по достопримечательностям, не посмотреть эти самые великие памятники, ну, это вообще отстой. Какой бы там крутой отель ни был. Поэтому непременно, даже если у вас бассейн с подогревом, даже если у вас все включено, выходите в город, смотрите его, как живут обыкновенные жители зимой, как магазины работают. Зимой, в общем-то, Турция прекрасна. Мало туристов, мало местных, потому что они считают искренне, что очень холодно. Часто очень вот такая прекрасная солнечная погода, ну если не дождливая, хотя она тоже бывает. Побродить по улочкам, когда торговцы не сильно уже пристают ко всем туристам, просто замечательно, правда. Ни в коем случае не сидите безвылазно в отеле. И непременно ездите на достопримечательности. Зимой сам Бог велел осмотреть все достопримечательности. Но следующий пункт, чего не стоит делать, это ездить на некоторые достопримечательности зимой. Уточняйте у гидов. Почему? Потому что именно зимняя погода может испортить вам все впечатление от достопримечательности. Первая достопримечательность, на которую я не слишком советую ехать, это Памуккале. В последнее время, если честно, Памуккале вообще не советуют ни зимой, ни летом. И надо ехать в Памуккале примерно в бархатный сезон, когда ни жарко, ни холодно. Летом очень жарко, а там толком негде ни воды попить, ничего. Открытая местность, но прямо и жаритесь на солнце. А зимой холодно, как ни странно. Во-первых, тур в Памуккале обычно занимает целый день. Обозревать сами Травентины вы будете около 4 часов. Там есть несколько входов в этот парк. И только с восточного входа вам не нужно будет далеко ходить. А если вы заходите с других входов, вам нужно будет как минимум минут 20 подниматься в гору. Причем по этим самым известняковым отложениям нельзя идти в обуви. А если, например, это ноябрь, ну и декабрь, скажем, в январе это совсем холодно, то есть босиком идти. Эти отложения, они достаточно твердые, неприятные. Босиком и летом-то не очень приятно наступать. Я бы советовала носки взять, и ноги не так замерзнут. Ну, зимой-то холодно. Детей вообще не стоит туда брать. Босиком куда-то переться минут 20, чтобы посмотреть эти травентины, и еще босиком. Ну и сменные носки просто, чтобы сохранить тепло ног немножко. Потом просто эти мокрые носки снимите и другие оденете. Вода в источниках в Памуккале считается целебной. В бассейне Клеопатра вы искупаетесь даже зимой, это достаточно приятно. А вот другие природные бассейны могут быть пересохшими. Ранее в Памуккале на вершине построили были два отеля, и они черпали воду, в общем-то, из природных источников, чем осушили их. Потом эти отели снесли, но толком вода не восстановилась. Некоторые бассейны пересохшие, и там, в общем-то, смотреть не на что. Всего несколько бассейнов с водой сохранилось, поэтому сами подумайте, стоит ли вообще туда ехать за бешеные деньги. Вторая достопримечательность, которую я не слишком советую именно в январе, где-то в середине, когда сильно-сильно холодно, это катание на воздушных шарах в Каппадокии. Все-таки нужно более теплый
выбирать период времени. Почему? Потому что катаются на шарах только утром. Выезд рано-рано утром. Естественно, вы летали в Турцию, естественно, вы были на летном поле. Ночью бывали на летном поле зимой, когда промозглый ветер пронизывает до костей. Вот там тоже открытая местность, холодно. В Каппадокии бывают минус 5, минус 6, ночами даже до минус 10 бывает, особенно в разгар зимы, особенно в январе. И вот, вас всех собирают, туристов мало. Летом, если, в общем-то, набивают корзины, их набивают под завязку, то есть до 30 человек. И, в общем-то, это не очень удобно. А сейчас, зимой, когда хочется, в общем-то, набиться под завязку и как пингвины встать вместе, чтобы не так было холодно, туристов не слишком. И корзина открытая. Шары летают, по-моему, до 10 или до 11 часов. То есть, пока они присядут, все равно теплее не станет. Но солнышко будет все еще низко. То есть, надо сильно одеваться. Буквально шапки, шарфы, перчатки по-зимнему. Совсем забыла сказать про одежду зимнюю. Да, вы берете все-все-все в Турцию, но не одевайтесь ярко-красиво. Когда я прилетела в Россию, моему отцу дико не понравилась моя куртка. Такая страшненькая, джинсовая, и он заставил меня купить вот эту красивую. Я от нее теперь очень сильно страдаю. Почему? Потому что меня все не хотят воспринимать как местную. Сразу видно, что я туристка, и сразу все меня пытаются облапошить. Не одевайте в Турцию красивую, очень такую брендовую одежду. Одевайтесь скромненько, шапочки какие-нибудь вязаные, серенькие выбирайте. Сильно вам советую, потому что торговцы с одного раза вас воспринимают, сколько вы можете заплатить. И они никогда вам не сбросят цену, если видят, что вы очень хорошо одеты. Следующий пункт, чего точно не стоит делать Турции зимой, это на слово верить торговцам. Да, вроде как мало туристов и все такое прочее, но знаете что? Когда большой поток туристов, они не успевают за всеми следить. То есть один купил, другой купил, быстро все это туда-сюда делается. А вот когда вы один в лавке, то вам можно уделить много внимания и с удовольствием вас облапошить. Задрать цену в 3 раза, сбросить, сказать, ну вы мой самый дорогой покупатель, и так у нас торговля не идет, зима, туристов нет, я тебе сбрасываю там на 100-50%, а все равно это выйдет дороже. Не верьте сильно. Все-таки походите по магазинам обыкновенным, торговые центры сходите и посмотрите, какие цены. Не торопитесь покупать у первого встречного за названную цену или даже если он сбрасывает на 50%. По каждой мелочи с вас будут брать больше денег, если вы выглядите, ну, сильно прямо глянцево. И еще что забыла я вам сказать насчет торговцев. Во многих интернет-источниках написано, что вы не имеете права отказаться от чая, там, вы обидите сильно. Да, они делают очень обиженный вид, закатывает глаза и так далее. Вы можете отказаться от чая. Они вас напоят дешевым чаем, предложат вам вещь в 3-4 раза дорого, за которую вы можете купить этот чай сами. А потом вы еще напьетесь чая и будете зимой здесь ходить и искать туалет. Туалеты зимой, ну, не слишком на каждом шагу работают. Даже у нас кушадышцы, я смотрю, некоторые уличные позакрывались, которые были раньше всегда открыты. То есть зима, холодно, хочется в туалет, его не так уж и найдешь, потому что туристов мало и все позакрыто. И вдобавок еще купите вещь втридорога. Аккуратнее с этим. И последнее, что не стоит делать туристам зимой в Турции, это недооценивать летные условия. Если уж вы берете пакетный тур, то там понятно, все билеты включены. А если вы отдельно берете, очень аккуратно, не советую там прямо заранее сильно брать билеты, потому что нелетные условия, можете запросто проторчать. Здесь зимой очень часто бывают туманы, дожди и боковой ветер, штормовой. У меня сколько зимой уже вещей с балкона улетало, которые сушились, я уже зимой даже не вывешиваю. А уж самолеты как задерживают. Просто запросто. Ну вот, я немножко вам осветила об особенностях отдыха зимой. Надеюсь, вам пригодится. На этом все. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал, нажимайте на колокольчик для уведомления на новые видео. И увидимся на следующих других интересных и полезных видео. Пока-пока. Меня тут, кстати, коты обсели. Греются тоже на солнышке.